несмотря на то, что мы объединяем источники финансирования, у нас сохраняются требования к статусу застрахованности. В нашей стране внедрено обязательное медицинское страхование. То есть каждый гражданин должен быть застрахован. Застрахованному гражданину доступен весь спектр медицинских услуг в рамках ГОБМП и в системе ОСМС. Для незастрахованного гражданина все-таки будут ограничения. Он может получить медицинскую помощь в рамках ГОБМП. Это скорая помощь, услуги участковых врачей, это лечение, в том числе лекарственное обеспечение при социально значимых заболеваниях, при хронических заболеваниях, в экстренных ситуациях. Незастрахованный пациент получит эти услуги, но у него будут ограничения по получению плановой помощи, по получению высокотехнологичной медицинской помощи, реабилитации, отдельных видов стационарной медицинской помощи при нехронических заболеваниях. И будет ограничение по лекарственному обеспечению на амбулаторном уровне.